Михаил Восенко, умные животные. Говорят, что слоны и обезьяны очень умные животные. Но и другие животные тоже недолгие. Вот посмотрите, каких я умных животных я видел. Умный гусь. Один гусь гулял во дворе и нашел сухую корку хлеба. Вот гусь стал долбить эту корку клюва, чтобы ее разломать и съесть. Но корка была очень сухая, и гусь никак не мог ее долбить. А сразу поглотить всю корку, гусь не сдался. Наверное, это было не полезно для гусиного здоровья. Тогда я хотела взломать эту корку, чтобы гусю было легче кушать. Но гусь не позволил дотронуться до своей корки. Наверное, он подумал, что я сам хочу ее съесть. Тогда я отошел в сторонку и смотрел, что будет дальше. Вот гусь берет эту корку клюва и идет к лужу. Он кладет эту корку в лужу. Корка становится в воде мягкой, и гусь с удовольствием ее кушает. Это был очень умный гусь. Но то, чтобы он мне не дал взломать эту корку, показывает, что он не такой был особенно умный. Не то, чтобы дурак. У меня много все-таки бы. Он оставал свое устремление.